Давайте, у нас сейчас времени на два эти, на два инста. Потом Гера, потом резко у нас. Быстренько все делаем и расходимся. Точнее, в резко идем и расходимся. Так, Дискорд. У нас один Шмас и друид с чата. Ты в РС хочешь сразу после груля? Да. Там 5 минут можно дать перерыв. Пока все полетят. Так, котяка и паладин. Котяка летит, паладин здесь. Все, танки пошли трэш. Танки, бездымущий, винар. Так, мастерол, давай спекнись на трэш. Код комбат у нас есть. Помоги им подержать. На пулы даем. Аура разбирайте. Так, мне нужны ассисты по тактике. С жданта, кто-то с танков, кто говорит таун, я вам буду все помню. У меня поздно, я уже не в состоянии. Вы уже собрали? Все фул? Что там будешь на себе делать? Вот не хила. Чего? Не хила. Ты кто? Котяка. Сейчас посмотрим. Там, короче, получается 3 рша мы выпал. Посмотрите сами хилы, я не знаю, сколько тут хилов Геру надо. У тебя ход, да, еще? Нет, сова. А, наверное, в сову больше. Я думаю, 4 не должно захилить. Ну, это не точно, конечно. Пока не знаю. Еще мобы пришли. А, еще я не знаю, когда кубы надо прожимать. Кто знает? Когда каст. Ну, вроде когда демоны вылезают. Это когда каст или когда демоны вылезают? Там обычно Тёма по трейлеру смотрел. Каст и после этого сразу портал. Это Гер, тут раньше не прожмешь, чем надо. А кто будет анонсить, когда на кубы бежать? У кого отдохнуть? Кто знает, сколько там по времени таймер? Так, 5 человек на кубы плюс в рейд. Ставлю метки сейчас. О, на Дарило у нас что-то багнулось. Бафы, пока бафайте там все, сбегайте уже. 5 человек на кубы плюсов не видел.
Я пока в танке, да? Калку уберите. Ну давай я пойду на куб. Да, будь в танке. Сейчас я плюсану. Три танка надо, да? Два. Три либо четыре. В смысле? А. Если есть медведь или вар, то может один босса потанчить за счет рывка. Ну, вообще, в два танка танчили. На аликах. В прошлый раз два танка танчили, просто на исключительные менялись и все. А трэш кто ловил? Держал. Какой трэш? Ну, типа один танк на трэш, а другой на боссе. Это оп или это гер, алё? Трэш выходит, привет. Гера. Ну, так тут же трэш как бы. Тут либо три танка, либо четыре. Ну, просто босса да. Может танчить один, два, либо один. Помню, в пять танков танчили вообще. Мастеров сейчас тоже в танке, да? Да. Ну вот, смотри, один на трэше, а другие по очереди боссы танки. Все. У меня хп чуть мало. Трэш. У меня каски нет. Не, у меня каски нет. Аура, возьмите третью, полипал. И банки у меня, кстати, тоже нету. Мало. Я за сервак не проголосовал, ёпшу. Да. Сидят, знаешь, как в школе, как по журналу вызывают, блядь, очкулись. Сидоров! Сидят, голову в плечи. Я хил. А я же прессовал, сейчас еще раз плюс поставил. Ярости недостаточно. Я на трэш. Ну давай я поставлю. Ну, тут обычно, даже те, кто на кубах, обычно все равно бьют босса до объявления. Единственное, кто будет анонсить, как анонсит, бегут на кубы. Я не уверен, что по аддону анонсили. По-моему, Тёма ставил таймер. Время засекал. А вот сколько времени, я не знаю. Демоны. Да. Три человека, как Фира дамула на 5 демонов. Демонов 5, а Фиров 2. Ну, демоны обычно нормально заливаются один за другим. Они по одному появляются на пути. С гитаристами основная проблема. Его надо станить, потом таунтить, иначе он сразу бежит в...
Есть, это же он и говорил тебе. И не забывайте про печать Мактеридона с костами. Я-то тут, ну, в смысле? Я тебе просто говорю, что надо, чтобы каждого фирили, кроме одного, которого валят. Знаешь, если один дойдет в мельничнику, просто минус рейд. Ты Джованни не дал метку куба. Да. Вон он тусуется. А это кто будет босса держать? ДК. Думаю, будем нет. Я уже скинул его. Он есть в этом. В аддончиках скинуть. Трэш откуда выходит? Из порталов. По две стороны, да? 50. Мешочком. Архай как птёрышка, жаль как осадом. Ты чё спнула давай? Джованни уже лужа на кубе, придется хилить его. Короче, я пошел на куб, на всякий случай. Меня так и не видно. Вспышка скверна, 4 секунды. Да. Гитаристы. Да, уже против спа. Ну, после ужина. Да, мелишник на бой.
вообще нет. Да, тупой. Уже. Ну, вроде стоит, не знаю. Да, вроде успели. На соплях. Хотя, конечно. Я живой. Да ё. Сейчас бегу, бегу. Да, смотрите, квадрат. Только квадрат кто-то подмените, Джован. Луну, луну, луну. На луну, на луну. Хан, хан, сзади тебя луна. Все, как нажал. А, спели, что ли? Ах, хз. Забери. А трусы? Опять гитаристы. Стоп, попозже. 52% под стен, под этот. Под дверь. Быстрее. Все под дверь. По входу. Переводить быстро. Тут ДД скорее. Гитаристов добейся. А, все. Гитаристы долго живут. Ну их да, надо было их. Надо было не, не сбежались-то под стену, только не дождались, пока потолок упадет, и выбежали назад. Поэтому и вай. Ну, вроде как да. А, вас поэтому убило? Элемент, давай на срез. А, ну да, чак пламя сверну. Короче. Вы чё гоните или чё? Нельзя. Босса переводить с трэшем, блин. Рыба стоит. Так, мне гитаристов отводить куда? Сразу спрошу. У портала, у портала. Танч чуть возле портала, что ли? Да, да, да. Выходит танч. Весь трэш танчится возле портала, кроме демонов. Их заводишь под боссом, чтобы сливать авы. Там я вижу два портала или три, да? Три. Два по бокам, один сзади.
кастеров очень мало, поэтому тяжело гитариста заливать. Заходим. Начинайте. Даже есть бомжей издать. По-моему, отхилиться просто чуть-чуть или что-то такое. Танки только по центру водят. Все кубы залили. Офигеть, что, Каспер рвать можно? Угу. Это печать, это не то. А кто бьет Касп печать? Кубы. Касп. Рожали. Димыч, лови слева мобов. Тихо, под боссом танчат. Под босса я уезжу. Под босса прям ставь в бочину. Поближе. Эй, босса ничего не забрал. Боссу подведи, мобов подводи, чтобы на уезд. А я-то думаю, какого хера, их фиряют, блять. Случайно.
Кто бьет каст печать? Каст надо прожать, по-моему. Ворота прожать. Да. Прожимайте кубы, кто стоит. Гитарист. Гитарист. Стопните по боссу 5%, надо гитариста завалить. В ДД все в гитариста. Милики тоже своего убили. Не резко, скажи. Милики от белого говна отходят. Другого бить. ДД добивать. Да ё-моё. А, архи. Так, Мосса, поднимай рогу. Треугольник. Добейте этих быстрее, дураков. Весь рейд, где вы там находитесь? Бейте моба. Убили. Вставай. Подводите к дверям, подходите все. Захил рогу, каску. К дверям 51%. Гребаный мут, это подстава такая. Наверное. Он челдый. Ну вы не перевели. Ворота. Ворота, кубы прожмите. Да он вроде не кастит этот каст. А чё он лёг? А чё он так переходит? Ждите, не выбегайте. Не выбегайте, потолок чё не упал. Вот сейчас всё. Теперь в лужах главное не стойте. Всё, ставьте центр, в лужах не стойте. Мобов теперь нету, да? Нет, нету. Только печать остается. Я не помню, кубы есть или нет. Кто помнит? Нет. Нет, отлично. Void. Мастер лут. А кстати, блядь, забыл сказать, я на АДК роль. На АДК? АДК. АДК. На бугуа плохо выговаривает. От дамага Берса проб. Слушай, выведи босса оттуда. Милики, вышли, что не видите? Могли в лицо бить? Да, кстати, его лицо можно бить спокойно. Ну там мастерство, конечно, решает, но... Ну чё ты меня ауешь в три косаря, дамага? Всех ауешь. В луже не стой. Я в луже не стою. А, ну всех ауешь. Походу. Мне подскажу. Нихуя, мой десятку дал. О, плащик, нихуя. Ну, у меня такой есть. Блядь.
журавль. На магика, на груля идем. Зачем вы троллите Роми? Кто его троллит? Немножко Раску придется перенести, Войт. Почему? Уже 21:50. Мы не расстроимся. Давайте летим, кто там, куда. Вы имеете в виду на завтра перенести? Нет. Или на попозже? Просто на попозже, я так понимаю. Рулит это не магик. Открой свое сердце свету. Всего доброго. А че четвертый ПДПС, ничего себе. Трэш под боссом, шо-шо. На ЛЕшил, да? Да. Насосал. 81% в этого, короче. В босса только. Слабенький. Шреддер, что это у тебя за робот летающий? Левер, лучше не смотри. Кто это? Нравится? Голос потал. Ну такой, ничего ж не такой вроде. Со значкового. Летит по-настоящему красиво, то есть видно, что полет реалистичный более-менее. А чё это так всегда было? Ничего себе. Летел на этом, на вертокрыле, короче, полетка. И, короче, вот прям почти пузом по этому, по склону, короче. Смотри, Бой, ты ещё и 8-й по хилу, блядь. Да, ничего себе. 100 тысяч на хилю себя. Это вожак стаи. Своей кровожадности могильное касание. Нормальная тема. Не, крутая штука, конечно. Чё? Ну, Шреддер, прикольная леталка. Маунт, в смысле? Угу. Летающий робот. Такой был в Rise of Legends. Зик. Как вы понимаете, у нас нет лока, поэтому камня и сумолим людей. Хотя Ковдал улетел очень красиво. Тут еще куча народу стоит. Еще один рейд. Надеюсь, не алики? Нет, свои. Ух. Где эти алики? Я как лагает что-то. Да нет, тебе показалось. В танках я тоже буду в танке. 4 5 танков. 5 тут надо, да? Да. Угу. У кого еще есть? Отъехал, у тебя есть танк? Ага, будешь танка тоже ручки закрывать. На том, на первом боссе 505 танков, но...
первом, на втором. Будем в 5 рыб танчить. Ну, на втором, по-моему, 4 хватит. Ну, лучше в 5. Так надежнее. Роме задамажит. Так, давайте суммонем кого-нибудь. Кого суммон? Зря я шумана привязываю. Теперь токен не заберу на бар. Кто бы такого не забрал? Ромик, тебе сколько уже токенов, блять, надо? Самсунг, ты вот прямо все бросил и прямо из логова прыгнул к тебе на вход. Вот обязательно это сделаю. Вот давай. Сказал давай. Прыгай. На, прыгнул. Все, молодец. Все, свободен, могу обратно идти. Там, да, можешь в волка даже превратиться и бежать. Кого сумон плюс? Или все тут? Если все тут, в инсту бегите. Три Ладно, Войд говорит, все заходите, блять, и Войд сам не в инсте, вот, зашел. Можно человека с шестой пати переместить в восьмую, пожалуйста. Тут что ждем? Тут дуйте, бейте трэш. Почему четвертый и восьмой? Конечно, надо бить трэш, не знаю, чего вы не бьете. Вы что? И с шестой в восьмую. Спасибо. Перекину. Куда сводить? Да, вчера подряд прикольно. Там моб пошел убивать Мишу похотливого. Плохой чучман. Не признал. До этого на магике прикалывал, когда гитарист две штуки стояли, нифига не кидали, делал фигню, очень долго не кидали. Я к ней только подошел, чтобы стандарт. Как не везет, как с ним бороться. То же самое сейчас здесь. Только этот не лишний бегал моб. А стоило вернуться, так сразу в меня клиф отдал, даже без набежки. Это все потому, что ля, шептаны. Кроки, они все такие. Ну, роги, да. Так, роги, давай лук. Не дамажат. Давайте. Чё, кто, кого, зачем, как, почему, что происходит, говорите. Кому чё бить будете, говорите. Да, ассист. Кому? Котяки. Так. Кому еще? А, рыбу поставил. Я, значит, на присте буду, я там уже стоял. Косты сбиваю. Пять сек, пожалуйста.
Сейчас еще Дживс поставлю. Так коня и не хотят менять, да? Кого конь? Нет. Тебя, Димыч? Да, у меня был конь. Так, стои дальше, конь. Метки ставишь какие-то, на которых на 8 нет. Надо будет на 8 метки или на менять, да, теперь? Можно я Олма потанчу, плиз? Я луну танчу, я в прошлый раз луну танчу. Я все же не луну танчу, поэтому я хочу Олма. Ты в прошлый раз Карлям танчила, не? Нет, я всегда Олма танчила. Один раз только этот череп. Она... Все, танчи, короче. Она не про луну, она про Олма. Про крест. Белл дается под креста, да, по-моему, и заливается? Ага. Окей. Все, я на треугольнике мастерол на луне. На крестике кто? Я. Ты. На черепе кто? Череп надо, чтобы кто-то еще притягивал в рейд. Подкаст. Каст, в рейд. На черепе ТК стоит. И кто это будет делать? ДК. И он сможет, да? Отъехал? Да. Ну и все. Ты Дымыч тогда на боссе, правильно? И еще на диспел проклятие назначь. А чучело орхидея, три шамана. А, ну норм. Рыбка справа. Котяка, чулан, маг и орхидея. Они могут снять проклятие. Я в сове, у меня не вынесено. На плохах будет убивать постоянно. Короче, большой босс центральный, он на лимоне, правильно я понял? Угу. Человек на кого? А на трусах будет кто сбивать косты, да? Ну я. Кто там, вар будет? Да, я. А, ну все. Принимайте готовность. Мне же проще. Мастер. Мастерол, прием. Да. Ты тут что-то бандикам начал накрываться, блядь. Так, поехали, танки, начинаем. Говорите, кого бить. Просто бейте там кружок, бейте там крестик, и все. Где крест? Все бьют крест, пока не скроется кто-то. Ромбик активен. Точнее, трусы зеленый. РДД в ромбик. РДД в ромбик. Если вдруг кто не услышал. А ромбик это кто? Ну, если что, это треугольник. А. Я тоже смотрю, что он активный, как бы что-то непонятно. Треугольник. Короче, трусы. Тут так привыкли лучше. Так как ромбик-то от треугольника отличается или что? Я просто продублировал. Все в крест. Все в крест, как я понимаю. Знаешь, что мне бандикам выдал, блять? Что у меня пробная версия, ну. Крякать надо. Да неужели? Так я крякнул его. Так заново надо. Объяснять, что надо делать. Чем? Открываешь его. Есть. Его, короче, раз сто остается крякнуть. Я так делала. Да, короче, а ты мне админа запускаешь? Не хлудите череп активно. Череп. Все, не базарьте на боссе. Бандикамщики.
Если я останусь на бревне, он не завейдится? Нет, ты должен подтянуть куда-то его там. Идти в сторону входа и подтянуть. РДД, оранжите, хотите набрать? Кто меня откидывает? Меня в прошлый раз никто не откидывал, блядь. Подтягивайте ДК, череп. Подтяните. Черри, ну ладно. Крест назад, как я понимаю. Да. И, короче, пока никто не скрылся, постоянно нужно видеть крест. И все. Вот теперь Геру вскрылся крест. Собак заберите, пожалуйста, больно очень. Собак заберите с собой, больно очень. Ой, о, забери обратно. Собак заберите с собой, больно заберите очень. Ёбаных собак с собой, блядь. Дайте мне. Мне таунтов не хватает, чтобы и босса, и собак забирать. Извините, пожалуйста. Дайте им стан, дайте себе капли, нормально будет. Их можно вернуть изгнанием. Да любой бар теряет, а ехал. Все, что дальше бить, не знаю, говорить. Дайте им на ману. Давай, Джованни, на ману. Милики там туда, в луну? Милики в луну могут бить. Могут в трусы. Если ляя череп бью. Завести в текстуры. Зачем? Не, просто это вейдится или нет, я так не знаю. Надо узнавать. Че это за ебаный взрыв? Я не хочу, чтобы меня откинуло за ебаный. Стой перед лицом. Меня каждый раз так откидывает, сука. Перед лицом, по идее, нужно стоять, чтобы не откидывало. Череп, говорят, активные, алло. Ну, РДДшники так были. Били его. РДД Рэмс наберите. Каску обновите, повар. Вот кто вот меня сейчас откинул, блядь? Моб. Киллеры. Киллер. Сука, Питер. Гитлер. Какой меня заебал. Джованни упал. Мосса резает Джованни. Потяни ДК череп, отойди, потяни. А, уже все. Чуть не обосрались, да? Ну почти. Вот убивать этого петуха уже. Нужный босс вообще. Согласен. Трусы активны. Трусы, нихуя себе эти. РДД в трусы, милики отошли от. Задрал этот моб по стене дизарни, блин. Дизар в ответку, нахуй. Милики, добейте череп, милики. Да добивай, Соляна. Там по тысяче, блядь, пью. Нормально, к утру убьешь. Блин, самый лучший милик, один к ДПС. Урон, а не ДПС. Не, у меня один к ДПС. Просто чекни. Не может такого быть. Один и пять. Посмотри, где я вообще, блядь. Ну ты это ты. 301 ДПС. Теперь, блядь, только под окремарники, блядь. Милики становятся в танка и бьют. На кабанов. Милики становятся в танка и бьют. Все в танка становились.
Луна активна, алло. Это Луна танчит. Я. Привет. Алло, Луна, блядь, убесите меня. Но я прямо в тебе. Убесите меня, блядь. Луну убейте. Луну говорят, да. Дал Кавказ сбить. Вон, не Кавказ не сбивается. Сука. Меня мой моб заебал, блядь. Угр, блядь. Мелики продолжают луну, вертит дефтус. Это что с наручкой стоим, да? Мелики, станьте в танке, чтобы вас от не откидывало лун. Трусы активны. Будите трусы. Трусы добейте. О, откинула, блядь, весь рейд. Чё ж вы в спину долбите, блядь? А это типа ебалу получить. Сейчас босса там мелики. Да, только осторожно, он крут этот. Вихрь ебал. Ну я танк никак не насрать. Вихрь не езжает. Ля-ля-ля. Да он, господи. Что происходит? Что это? Случайно забрал. Ебало способно сделать из этих пяти. Там вроде раз в минуту, чё, сколько? Просто пришли, убили огров бедных. Почему я бью в анхоли стойки, а третья по агро? Кто у тебя напуливает? Мелики отошли от танка. Мелики отошли от босса. Отойду за компанию. Все мелики, кроме одного танка, отошли от босса. Он восстанавливает 200% хп. Все, мелики могут бить. Излучает иссушающую ауру, нанося 3000 ближайшим противникам. Секунду исцеляя на 200% нанесенного урона. Так она до сих пор висит, блядь. Он хилится. А, ну, точно, что? Я провтыкал, да, отойдите. Идите, блядь, отойдите назад, мелики. Отойдите, мелики, отойдите. 10 секунд. Это как на нубе, короче. Иногда, да. Иногда полезно, да, прочитать всякую вот хуйню, вот, которую босс на себя бросил. Да. Мне просто меня что-то показалось, что она упала. Все спало. На минуту, если она не могла упасть. Так получается, мы чем сильнее бьем, тем сильнее лечим. Нет, чем больше людей стоят друг возле друга, получая 3000 урона, тогда у нее... Все, пошли, бог. Трэш, пошли. Я пушка, ну да. Мне тоже дребяшка нужна. В прошлый раз не забрал. В этот раз точно заберешь. Хорошая. Тебе ебал эта штука ГП нахуй. Хорошая дребяшка. Так я два воятеля забрал за 1100. Ну так ты у меня тогда спиздил воятеля. Один у тебя, один у шейпера. Ну он мне дал, он сначала сролил, потом отдал. Мне за него жалко косарь давать. Ну не боясь на танке. Так и... Качешку не заберу, я не буду. А что, трешка косарь стоит? А? Могу бесплатно отдать, хочешь? Хочу. Ой, не возьми. Косарь гапана. А что еще хочешь? Много чего. Ну, тебе тоже много чего хочу.
Хочу, чтобы никогда рейды не падали, чтобы люди, которые туда плюсовали, знали тактику. Которые не знали, говорили, что я не знаю, я свайп. Давай я это все устрою, от мне дробяшко просто. В смысле, ты будешь гильдию собирать? Да. Вол? Нет, сначала гильдию собери, потом тебе дробяшки. А вдруг ты наебёшь? Так, ползучий кошмарник есть у кого-то в рейде? Поменяю... Он пополз. Ну что, хочу спросить. Поменяю на дробяшку. Трейд. Одну штуку, да? Какую одну штуку, стак? Надо, походу, еще одного реролить и делать ДЦшника, нахуй. Да, не реролить, нахуй, а этот, быстрый стартник. Есть тут на второй аккаунт, на один аккаунт одного персонажа перенос. А мне уже три аккаунта, блядь. Кто-то шлак выпал, блядь. Я вот тоже раскатил губу, думал, на один аккаунт перенесу, там трех персонажей, ага. Угу. А зачем вам так много персов, блядь? Вы хоть одним не учитесь играть? Фиг его знает. Я только одним играю в основном. Я еще о, началось, я вот только одним персом и не умеем играть. Здравствуйте. Двойка, которого отрыл, блядь, персов уже вагонит, нахуй. Зато самое смешное, я трансфернул Вара, и у него на второй день не упал брюль. Ну, ничего тут смешного нет. Ну, факт то, что, скорее всего, даже наиграть не буду. Дело в том, что брюль, он ничего не решает. Ну, вообще, вот, ну, я понимаю, там решает два... Решает много. Я понимаю. Например, на роге, капа сделать. На роге решает, здорово. Плюс, например, он помогает очень быстро собрать, как капор по БМ. На тех людях, у которых есть АРП, он решает сильно. Ну, это все круто, но, блядь, понимаешь, брюли, вот они 20, они решают, да. А вот если у тебя один пуль, там, 2-3 выпало, они тебе, ну, не сделают твои руки лучше, мозг твой не сделает лучше. Ну, только а если он выпадет рукастым? На одну, одна плюс прокачанная профессия, это уже больше, чем брюль. Один, да? А если два? Я так понял, блин, то нужно тут... прокачать кузню, ёбо, мне так лень. Я не могу, бля, протяжку докачать, ну. Не лень, ну. Дайте денег на профу, я потом верну вдвоем. По иному раз. Новый кайф. Должен чувствовать. Ты что-то всем должен, мужа. Блять, ебал, ты трэш, чего так много? Объясните. Последняя пачка. Смотрите, нужно зайти аккуратно только, чтобы не спулить босс. А, там нормально. Когда зайдите все сразу сюда, чтобы это... Вы что мне тут нравится, под ногами меняется даже... Вы видите. Ну, она не фиряет, сейчас будет. Под мордой не стойте, не кливают, отошли. Отошли хилы. Прям через вас ведут. Громилы вот эти, не кливают. Бейте Роми, все поняли? Блин, пиздец, у меня про товары, про топал переагривают. Что за фигня? Я таунтом переагриваю. Давай я посмотрю, какие у тебя. Я просто обычно с основных танков автоатакой переагриваю. Пришли другие времена. Скажите мне, это я что, сагривал его, что 35 тонн получил? Нет, ты просто под клип стал. Да, они смертельно написаны. Просто когда хернули танк, ты там нечаянно оказался. Такое бывает. Он тебя... Он тебя не любит. Он меня не любит. Зачем тебе так много талантов в эту машину и убийств? Для критов?
это бред. Это шлак. То, что ледяной рубеж, это круто, конечно. Я на боссе. Блять, вы заебали, вы выключите когда-то нахуй ауру коня, не? Отъехал и Винар на боссе. Давай посмотрим, сколько у тебя промах в ВПшке. Каски обновите, на Винар каски нет. Кстати, да, у меня нету каски. У тебя 4 промаха. Ни у кого нет ВПшка. Нет промах. Ну я посмотрел, есть. Разве? 4. Так, где эту хуйню закрываем? Так, сейчас посмотрим. Я слева направо, ну, с левой стороны закрываю. Сейчас. Так, тут закрывает Big Damage. Тут это где? Где череп? Я в квадрате закрываю. Так, мастерол закрывает вот тут. Правильно, да? И под боссом не там. Не совсем, не совсем. Ближе поставь. Вот такой квадратный. Прямо немного ближе. Да. Вот это, там. Это примерные метки, хули вытрать. А я буду знать, где руки, мне главное так. Чтобы мне кто-то помогал закрывать. Ну я тут с тобой рядом тусуюсь. Уважаемые РДД, помогаем танкам закрывать метки, потому что тупо от меток зависит все. Босс, вата. Главное... Ну все, чекну. Так, руки есть посередине, по правой стороне... А, по я правой стороне еще краник открывать. Каску по ДК. По правой стороне печка есть такое дело. Печка есть, вон она красненькая такая. Из нее надо выходить, иначе сразу ваншот. То есть там стоять нельзя, а то а только подбегать за ручками. Винар тут? Да. Пан Паладин тут? Пан Дидекстрим нет. Он же крылья прошел. Нажмите, да, быстрее. Там все готовы, танки пришли, Винар начинает. Стоп, они должны обойти. Да, пан, иди на ту сторону, за Эвинар беги. А, пан налево, вдоль борта беги за Эвинар. Пан в ретрике. Отъехал, пошел с ней. Капец, вы хуже, чем Пугарейд. Центр кто закрывает у нас? В смысле хуже, чем Пугарейд? Мы и есть Пугарейд. Начинайте, блядь, чё вы так долго? Всё, они зашли. Ну всё, охуяйте, босс. Кто в центр РДДшники... Я закрывать буду сейчас. Центр ты, походу. А, Аня, ты. Давай. Не забывайте РДДшники свои дафы прожимать иногда. Когда руки. Лимон, там видишь, да, печка откуда там? Вот, осторожно. А там что-то на полу будет какая-то руки, дрянь. Руки, руки, руки. Стань в центре, смотри, это самое, из центра в сторону, так больше обзор. Ручки, руки закройте на треугольнике. Хорош. Руки. Справа руки через. Закрой эти. Хан, стань в руки. Или кто там, ратник? Получаем урон от сил природы, увеличен на 300. Ну да. Руки. Там надо дефы отдавать. Справа. Справа. Зашел. На второй ручке надо дефы. Уходим, пешка. Бегим. Прикольно. Я не успел, медленно шел. Поярди к дэмичу, не? По демо, да. Давай, по демо. Глупая смерть, минус 100 кролу. Нет, тут по-другому не бывает, там всегда умирают. Бафайте, приставав лапу,
Надо убить еще. Ручки сзади. Что происходит? Хилим цепухами быстрее. Хан, закрой. А, сова, закрой, у тебя нет только, да? Шивай отдал. Печка там тоже по таймеру? Она, видно, шар летит под пауэр такой. Понятно. Слева направо перелетает. Ручки. Войд, закроешь мне? Да, да, я закрою. А сколько их всего появляется? Три. Как, да, это рандом, походу, не? Да, 3-4. Всегда было. Печка, уходим. Ручки закрыли. Ля-ля-ля-ля-ля, ручки, ручки, на треугольнике. Дальше, да. Время. Телс не сможет закрыть слева. Слева не сможет, так с баблом сможет он? Пока горит печка, не будет ручку. В центре до хера народа. Хорош. Так, у меня все на КД. Лимон, на ручках дашь мне каплю? Ручки. Я закрою. Сейчас мы... А, тут даже можно два стака держать, похуй. Танки могут держать два. Все остальные по одному. Ручки. Мои. Вот сейчас бы заебись было капнуть. Уже отдал. Да они херню дамажат. Не убило. Ручки. Ну еще. Так, мои в кресте. Треугольник закрыть. Печка. Добивайте круля. Последние руки должны быть. Ручки. Треугольник мой. Ля, из. Щит. Танковский? Да. Забираем нахуй. Так, давай начнем с щита. Ха-ха-ха, хочешь мне ПГП просадить, да, блядь? Чё, Лимон, надо тебе? Нет. Чё там вроде... Давай я паролю. Вообще-то щит нужен мне, да-да-да. На ДК? Да. Ну, серьёзно? Так, чё, Лимон, тебе не надо? Нет. О, этого почти упал. Ну, он донесёт, кто забирает. Так, что у нас половина, да? Не, если сейчас ЕП кинут, приор будет другой. Поэтому после разрола обычно кидается. А вы срезали? Да. Не, вроде срезали, но там показывают, что не срезало. Короче, хер поймешь. Топовая шея. Ролин. Привет, бей своим. Так. А чё-то я не понял. Да, Петяка ж выразил. Так я дал уже, когда он кинул ролл. Ну ему передай. Кому совсем ничего не надо. Ни печать, там вообще ничего. Голова может, надо кому-то? Лететь в РС-ку. В РС-ку. Да, сейчас РС-ка будет быстро. Так, Ромин распыл. Распылишь. Бегов немножко почаришь нас. Пустота первая. Так. Отъехал, Туни, обмен. Роми, не? А, не, Гурыч. Так, Туни, обмен. Гурский сравнил. По ЕПГП.
Нет. С какого попуга по ИПГП у нас чужие люди? Сейчас пару. Стоп, стоп, стоп. Пароль, а если кто-то из наших сролит, то за ИПГП выйдет. Квадратику обмен. Я что-то забыл, что у нас есть пуги. Молодец. Так. Много мы с чата добрали? Хилов, походу, или нет? Самовар. Ой, сова. Вторую печать рулим. Троих. Так, теперь смотрим. Сотка. Туни, я две подряд не отдаю. Одну забрал. Все, да не Туни, там Шансунг. Я Шансунг, сотку у меня, алло. Не, я имею в виду Туни. Твоя сотка на сервисе. Теперь смотрим ИПГП. Давай не будем. Просто давай, да? На ролл смотрим. Так, Твинси, Туролик, Любимый, Четвехов, Ленар, Настюл, Казак, как он. Есть ли Гурыч с ролит? А, нет, ему не надо. Печенек же две или три? Твинси и Ленар. Твинси и Ленар, правильно я понял? Читай чёт, Гиль. Хорошо. Так, и Ленар. Печеньки закончились? Да, сейчас две печеньки отдам. И Винар отъехал, правильно говорю? Вам надо печеньки. И Винар... потому что... Я не знаю почему. А, он в объявление не кидал. А, Роми, ты тоже рулил? Я что-то не видел. А, Роми тоже. Так. Так, Роми. И Винар и Роми, да? Все, значит, Роми. Так, теперь Винар, да? Винар обмен квадрату. Где ты? Так, дальше что у нас? Давайте мешок, чтобы людей отпустить. Потому что мушмак не надо. Мешок ролим все. Не, ну что у меня сегодня за роллы, блядь? Фортрик. Фортрик, ты, братан, на меня ролил, да? Ну давай. Он дал ранен. А, ну тогда забираю себе. Типа анроллом в льду или... Не идет. Никто анроллом не идет. Я когда собирал рейд, писал без анроллов. Блять, не хочу её за ГП брать, она говно. Так. Это за ГП пушки идут, да? Косарь ГП, блять, ёпта. Да не, я за ГП не буду брать. Бери, ну, бери, да. Не пожалей, чё. Не, не, да я лучше что-нибудь другое. Не надо. Паранцы. Чё, никому не надо. Дизенчант, нахуй. То, типа, прикол в том, что никому не надо за косарь. Типа, скажи за 100, тут, блядь, набежит человек. Говори за 27 ГП, нахуй. А вот этот варк на урук. Какие у тебя пухи? У него... А у него один есть такой. Тебе надо второй молот на ару. Этот молот на ару поменять на эту пуху. Зачем ему перекап мастерства? Дай ему за 10%. А, дайте мне лучше за 10%, блин. А, сука, смотри, я же говорил, бля, чайки на него. Так, ЕП, сгинь. Да, сейчас, секунду, после ролла ЕП начислят. Секунду, подожди. Сейчас. Ну да, в принципе, так смотрел, палец это, она улучшит немножко клей. Два слота. Он ДКшке тоже надо за 10%. Я говорю просто, торги надо было начать. А при чем тут надо, не надо? Если кто-то роллит, и он роллит один, то он его получает за 10%. Если роллит двое, то там уже либо отказывается. Так, ремень, дух не надо, иначе. А, когда понял. Будет первый рейд, короче, на щит. Пробные целка будет, да? Топовый щит надо кому-то? Твинси надо? И ПГП, вот мустер. У нее такой? Щит. Или нет? Твинси выше ПР, Твинси обмен. А, у нее 25 обычек. Без сокет. Да, там куда-то надо. Какой-то аспект. Че он там стоит? 741, 247.
Да, многовато. Чего? Выглядит на 74. Журавль шуми. Шапка. Тогда вопрос, почему 275? А чё РС-ка закрыта? А, блядь, Гера стоит. Ну, 247 ГП тогда, почему? 247 щит. 825. Не про щит 741 или 247. 741, да. 241 там написано. 741 или 247. 247, если олл-спек, его двое рулили. Вот. На мейн-спек ГП, фулл ГП получается, правильно? Дымище. Так сейчас там кто-то еще за прошлый щит получит, не? Так я ролил не на мейн. Да все, не базарьте много, блин. Я был один. Забивайте мне мозг. Шапка нужна кому-то? Энг, хан. Все, пошли в резку. На щит все. Я был только один на роли. Давайте ИП. Сейчас протянусь. Сейчас загрузится долларом. Нам ИП. Так, чё мы ходили? Ульдуар, да? Угу. Да, Плащ, да, пригодился бы в арк. Смотри, я